площадь Фредерика II. Сегодня центральной площадью Йези является большая прямоугольная площадь Фридриха II. Она располагается на месте Древнего Римского форума. Возглавляет площадь кафедральный собор Святого Севтия и церковь Святого Марка. Площадь окружает здания и постройки XVIII века. Согласно преданию, на этой площади в Большом Шатре в 1194 году родился Фридрих II, будущий император Священной Римской империи, именем которого и в знак благодарности за привилегии, дарованные городу Йези, площадь и была названа.